Сотрудницы банка в Нижнем Новгороде невольно стали участницами гангстерского боевика. Апрельским вечером в кассу финансового учреждения ворвались двое в масках, вооруженные обычной отверткой. Пока один налетчик сковывал наручниками кассира, второй забрал все, что было в сейфе. За 50 секунд злоумышленники стали богаче почти на 10 миллионов рублей. На место происшествия незамедлительно прибыла следственная оперативная группа. Возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие этого преступления. В настоящее время следователи отрабатывают несколько версий, в том числе и связь сотрудников банка с разбойниками. Слишком уж хорошо люди в масках ориентировались в кассовом отделении.